Добрый день, уважаемые коллеги. Приступаем к докладу. Непосредственно напоминаю, мы занимаемся трактатом господина Мсье Жерара Тибо. Это Академия Меча. И вот рада приветствовать вас на сессии Академии Меча. Итак, мы сегодня будем говорить о трех инстанциях. Ранее уже давалось понятие о том, откуда они возникают. Говорилось о том, что у нас существует определенный инструмент, он же называется мистическим кругом. И инструмент этот совершенно четко обосновывается посредством простейших математических правил. Для этого нужно знать Евклида, для этого нужно знать Феодосия. Ну и, собственно, все математические выкладки в труде приведены. Принципиально и по сути. В контексте следующего блока, а именно мы исследуем часть номер один, описаны две модели. Первая. Как мы уже говорили, у нас существует понятие начальная инстанция. Это инстанция номер один. То есть, когда стоят два противника, друг напротив друга, между ними описываемый круг, каждый из них стоит так, что его стопа касается края окружности. Противники стоят на квадрантах этого круга. Это позиции первой инстанции. И мы говорили о том, что радиус данного круга – это меч. Помните, с чего мы начинали? Мы брали меч, ставили, он должен доходить до линии тупа. То есть мы говорим о том, что вот, по сути, минимум изначально является меч. И мы говорили, что меч должен обладать определенной мерностью. Мы говорили о том, что мера этого меча 12. Так вот, путем математических вычислений совершенно четко показано, что рука – это 1/3 конструкции человеческого тела. То есть, если вся конструкция человеческого тела – это 2 радиуса, то есть 24 меры, то 1/3 будет составлять 8. Теперь, у нас есть меч – это 12 мер, и рука наша, как ключевой инструмент, который может работать с мечом или без меча. Я беру меч. Соответственно, у меня получается удлиненная конструкция, которую мне нужно понимать, чтобы в дальнейшем управлять дистанцией. То есть, длина моей руки – 8 мер, и длина моего меча 12 мер. Казалось бы, 8 плюс 12 должно быть 20. То есть рассматривается вот эта позиция. Вот человек совершенно условно, вот он выстрелил меч. Это максимальная дальняя дистанция, с которой он может работать естественным образом. Мы сейчас не говорим о выпадах, приседаниях, все это неестественно. Но на самом деле мы не должны забывать, что у нас существует место соприкосновения руки с мечом. Сочленение, да? Соответственно, одну меру вот этого взаимного соприкосновения, где у нас рука встречается с мечом, мы посчитаем. У нас получается 19 мер. Соответственно, вот одна конструкция 19 мер, и вот другая конструкция 19 мер. А круг – это 24 мера. И человеку кажется, что если вот он, например, стоит вот здесь, в этой точке, и он может управлять вот этими 19 мерами, а сам круг – это 24 меры. Ему кажется, что до своего противника он не достанет. Но это именно обман зрения, самый банальный. Потому что, обратите внимание, если мы поставим противникам друг напротив друга, длина их мечей абсолютно совпадает. То есть, получается, они ровно перекрывают друг друга. Край, островевшая клинка меча, убирается в эфес его противника. И это и есть та первая инстанция, это стартовая часть работы, в которой начинается работа над формированием удара. Соответственно, мы понимаем, что здесь у нас противники стоят в спокойном положении, они просто вытянули, точно так же они могут поднять меч вверх и скрестить шпаги, точно так же они могут начинать совершать вращательные движения и так далее. Все это они могут и смогут, но потом. Сначала нужно понять, откуда начинается движение, откуда начинается удар. И эта картинка нам для этого и дана. Поэтому в дальнейшем Тибо, опираясь на такие принципы, описывает, как возникает первая инстанция, какова ее мерность, как возникает вторая инстанция и третья инстанция, и мерности этих инстанций. Причем, с точки зрения мерности, мы должны понимать, что мы можем стоять друг другу во фронт, а можем стоять немного сбоку. И вот здесь Тибо описывает разность вращательных движений и прямых движений. Он говорит, что в таком случае, если мы будем иметь дело с боковыми позициями, у нас инстанции различаются. То есть есть прямая инстанция, а есть боковая инстанция. Но он говорит, что на самом деле, даже хоть и мерность их немногим различается, принцип един и для прямых инстанций, и для боковых инстанций.
разрешается работа с тремя инстанциями? С пониманием следующего принципа, что любое движение руки, нагруженной мечом, может быть трояким. То есть я могу совершать движение за счет длины всей своей руки, я могу совершать движение за счет локтевого сгиба, а могу совершать движение исключительно за счет кисти. Так вот, эти три движения и лежат в основе понимания сути управления инстанцией. И Тибо это демонстрирует посредством круга номер 5. Когда вы будете изучать главу номер 1, там будет представлен английский круг номер 5. А на этом круге человек изображен вверх тормашкой. Почему так? Тибо пишет, что сделано это специально, чтобы у людей не возникло каких-либо сомнений, оснований, что пропорция мерности тела человека куда-то девается. Она соблюдается, как бы вы его ни поставили, с какого бы диаметра вы ни начинали, с какой бы точки ни начинали движение. Это не имеет значения. Все принципы равнозначны и равносильны. И посредством круга номер 5 он как раз и показывает, откуда возникает масса движений первой инстанции, откуда возникает масса движений второй инстанции и третьей инстанции. Вот три этих круга, которые являются ключами дистреза, здесь продемонстрированы. С точки зрения ключей, есть такая интересная метафора, над которой Тибо рекомендует порассуждать, скажем так. Он говорит, что по сути, когда мы говорим об искусстве владения мечом, у нас существуют ключи, и мы подобны ключу. То есть как ключом возможно совершать три действия – открывать замок, закрывать замок и предохранять замок, то есть чтобы кто-то не закрыл замок, да, и тогда никто не сможет проникнуть в то помещение, которое вы закрыли. Так и в дестрезе, так и в искусстве фехтования вы можете, памятуя принципы работы на трех инстанциях, открыть свою оборону или открыть наступление. Вы можете посредством этих ключей закрыть все действия противника, прямо там как и написано, закрыть прямо перед его физиономией, разломать всю его конструкцию и так далее. А можете предохранить себя, то есть занять правильное соответствующее положение для того, чтобы противник вас не достал. И в завершении этого доклада поговорим также о мерности меча. Господин Жерар Тибо, скажем так, с небольшим сожалением, рассуждает о том, что очень уж много развелось умников, которые вот тогда еще, в 1628 году, напоминаю, книга вышла, рассуждают и имеют свое мнение касательно того, какой должен быть меч, какой должен быть шпага, длина и прочее, прочее. И очень широко распространено то мнение, что чем длиннее меч, тем лучше. Мол, так легче достать до своего противника. Тибо говорит, что это продиктовано трусостью, потому что на самом деле человек инстинктивно хочет, скажем так, овладеть неким преимуществом, которое обеспечит его нахождение как можно дальше от объекта потенциальной опасности. То есть чем дальше я от противника, тем мне лучше. Но существует совершенно конкретная система, позволяющая подобрать меч исключительно под свои пропорции, будь то мужчина или женщина. Как мы уже говорили, необходимо встать в спокойном равновесном состоянии и поставить меч перед собой. Рукоять, эфес меча должны доходить до линии пупа. Такой меч является наиболее практичным и наиболее удобным. А как им пользоваться и почему так, мы рассмотрим с вами уже на страницах трактата в дальнейшем. Спасибо за внимание.